Неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры или брошенные окурки. Из-за них выгорают гектары леса. Заместитель главы региона Андрей Алексеенко констатировал, несмотря на принимаемые меры, лесные пожары продолжают оставаться в числе основных проблем. Он поручил главам муниципалитетов активнее подключать местное население, а также казачество. Сотрудников администрации и сотрудников форнадзора на все не хватит. Поэтому работайте совместно с населением. Они первые видят беду, и они первые смогут сообщить и своевременно среагировать. Это позволит не допустить распространения пожаров. По мнению исполняющего обязанности главы города-курорта, ресурс глав сельских округов используется не в полной мере. Вопрос Юрий Поляков взял на личный контроль. Необходимо организовывать патрули, косить сухую траву, по которой может распространяться огонь, смотреть за тем, чтобы местные жители не сжигали листву или другой мусор. Вторая тема касалась смерчей. В этом случае можно лишь быть готовыми к их встречам, чтобы минимизировать последствия стихии. По словам Юрия Полякова, персонал прибрежных санаториев и детских лагерей проинструктирован, разработаны планы действий. Силы постоянной готовности состоят из подразделений МБУ, служба спасения, Кубань-Спас, пожарно-спасательного гарнизона, полиции, в том числе на транспорте, федеральной пограничной службы, береговой охраны, дежурных подразделений частей Министерства обороны, экипажей скорой помощи и аварийных бригад системы жизнеобеспечения. Привлечение сил и средств осуществляется в соответствии с планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По всему побережью размещены так называемые ревуны, сирены предупреждения. Все матросы-спасатели проинструктированы. Информация поступает с 5 автоматических метеостанций, гидрологических датчиков и 4 постов наблюдения. Кроме того, вид акватории моря в Анапе и Суко передается с панорамных камер в систему «Безопасный город». А с правилами поведения в случае возникновения смерча жители и гости города могут ознакомиться на официальном сайте администрации курорта.